Министерство внутренних дел только в нынешнем году выявило больше 40 интернет-ресурсов, которые могут склонять пользователей интернета к суицидам. Данные опасных сайтов уже передали в Мининформации для блокировки. По каждому факту уже совершенных самоубийств полицейские проводят тщательные расследования. Причинами, способствующими совершению суицидов несовершеннолетними, могут быть разные причины, в том числе это чувство одиночества и отверженности, тяжелое материальное положение, конфликтные отношения с родителями, родственниками, конфликты на учебе, развод родителей, смерть близкого человека, страх наказания и другие причины.